Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, Беззубик мне нашел яйцо. Да, друзья мои, все-таки это кораблекрушитель. Редкий, поэтому ставим его выводиться. Отлично. Я же говорю, что мы с вами добудем потихоньку всех этих драконов. Ну да, придется немножко, как говорится, подождать, но... ничего страшного. Так, теперь мы его отправим за следующим. А следующий у нас кто здесь будет? Давай посмотрим, кто идет после кораблекрушителя. Так, вот кораблекрушитель. Страж редкий. Мечекрат. Ну что ж, пускай идет тогда за стражем. Опять же ставим вот так вот. Бесплатное путешествие. Тут, кстати, еще можно найти шепот смерти. Но шепот смерти мне не нужен. Ты сам прекрасно понимаешь, почему. Так, давай дальше забирать рыбу и сразу же отправлять на поиски. Так, а ты... ай, древесина, блин, совсем забыл. Пускай за рыбой летит. Так, друзья мои, я опять забыл. Вы мне писали в комментариях: Рэй, поиграй в защиту этого олуха, да, на кораблях. И только сейчас вспомнил. Уже после того, как отправил Беззубика в путешествие. Блин. Ладно, надеюсь, в следующей серии не забудем. Так, ну что у нас тут выпадает? Яйцо. Ну, это по-моему, пристиголов, да? Да, это у нас кошмарный пристиголов. Естественно, я его сразу отпускаю. Стоит он всего лишь 40 тысяч рыбы. Так. Надо прокачивать, в принципе, вот этих драконов мне, друзья. Давайте, наверное, этим потихоньку и займемся. Обучить, пускай летит. Обучается. Так, что у нас тут? Сарделька приготовила. Ага. 34 тусклого янтаря. Ну что ж, вращаем колесо и смотрим. Ну вот, получи и распишись. 52 тусклого янтаря. Так, давай-ка мы его тоже отправим, наверное, обучаться. Что нам Барсик тут приготовил? Понятно. Янтарь. Ну что же. А выпадет мне руна. 4 штуки, по-моему, да? А, 12, ну спасибо. Так, ну что, тогда и Барсика тоже отправим с тобой тренироваться. Так, на обмен есть что-нибудь? Есть. 2 янтаря я поставил. Так, давай думать дальше. Ну, во-первых, мы с тобой откроем пак для начала. После этого еще один пак откроем, да? Ну, уже рекламный. Громобой, шипорез, древоруб. Да. Так, новинки, что у нас тут есть на обмен? Нету, к сожалению. Ну и остается рекламный пак. Так, монетки Одина получили. Ужасное чудовище, шторморез, крылатый ужас. И опять ресурсы. Так, ребят, сегодня должны мы с тобой, наверное, попробовать допройти события. Ну, если даже не успеем сегодня пройти, то завтра уже точно добьем. Так, что у нас дракончики наши? Да ты запарил, ты эти руны уже который раз мне приносишь, а? Иди давай, ищи. Так, следующий у нас кто? Зеленая смерть. О, коралл. Или, как тебе сказать, чешуйка, да? Самого зеленого дракона. Нашлась. Так, здесь мы с тобой забираем рыбу. Ну, тут очень мало, так что особо радоваться нечему. Так, пускай летит. Обучается. Я не знаю, острозуба может быть еще. Так, вернись, бро. Вот теперь лети, тренируйся. Здесь рыба. Давай-ка мы его за древесиной отправим, пускай собирает. А этого, наоборот, за рыбой. Так, тут древесина. Можно его, конечно, обучить дальше. Ну что, вроде бы как все сделали. Так, давай заберем награды. Тусклый янтарь. То же самое. 5 рун. И 30 бабочек.
Вроде бы все пока. Отправьте одного дракона на добычу железа. Так я не могу добывать железо. Или могу все-таки? Нет, я могу, но, по-моему, там очень-очень-очень-очень долго, друзья. А это еще что такое здесь у меня? Какое путешествие? Не надо мне. Кстати, кораблекрушитель редкий будет доступен через 22 часа. Это событие, я так понимаю, да? А мы уже его нашли. Так что все отлично у нас. Ну что, переходим тогда на события. Блин, ребята, опять, да? Для драконьих наездников потрясающие подарки. А мы пролетаем. Ну что, край ждет припасы. Поехали. Сколько нам тут еще бомбить? Да прилично. Я, наверное, хлыстореза все-таки заменю. Так, подожди, куда это ты? Куда это вы меня сбросили? Слушай, громобой, а что если я вот, например, оп, одну руку потрачу? И что? Всего лишь одну карточку даете? Да ну, серьезно, что ли? Нет, так дело не пойдет. А здесь, смотри. В принципе, 300 рун. Нет, я не буду, ребят, здесь тратить. Нет смысла, на самом деле. Так. А здесь мы все это закрываем дело. Кстати, да, можно будет потом еще сходить на аренку. Давай-ка заменим. Только вот на кого? Можно на ветрокрыло, а? Давай, наверное, так и сделаем. Ну, в тот раз у нас очень даже неплохо получилось. Когда мы проходили то событие, ветрокрыл мне там помогал от души. Надеюсь, здесь то же самое будет. Так, что у нас там? Криво-крив. Ну-ка, давай. На тебе. Тут две волны пока. Так что все будет хорошо. Да, урон, конечно, что шторморез, что ветрокрыл наносит минимальный. Как ты можешь понимать. Именно кусающий урон, да? То есть шторморез кусает, когда, а ветрокрыл, когда бьет хвостом. В остальном, в принципе, у меня претензий никаких нету. Так, последняя волна, и здесь у нас... Оу-оу-оу. Так, ну что, мы, наверное... Блин, с кого начнем-то? С этого? Так, наверное, вот сюда сделаем укусик. Теперь заморозочку. Отлично. Так, ну, определился лидер по разборке у нас, по-моему, это будет вот этот паренек. Ну, давай, что ты там стоишь? Вялого теребишь. Так, что нам теперь? Бомбаним сюда. Понижаем броню. Ну и, естественно, будем добивать. Опа, отлично. Так, проснулись. Костолом будет разбег делать. Это плохо. Так, а ты что? Да хорош. Так, нам нужно, наверное, хильнуться. Это в первую очередь. Ну и дальше что? Дальше делаем атаки. Слушай, друзья мои, нас ждет фаербол. Отгромили. Вот так вот, понял, что он творит. Тогда мы сделаем с тобой ход и ход. Да фиг знает, кто здесь из них будет ход-ход делать. Надеюсь, что Костолом не будет делать свой разбег, а этот будет поджаривать своего друга Костолома. Отлично. Так, сюда удар. Кусаем. Слушай, ну в принципе да. Сейчас он опять бомбанет, и мы добьем с тобой. Угу. Прям так добили. Хотя, да, получилось. Ну что, Костолом, все. Ты, по-моему, допрыгался. Может тут хоть что, хоть хиляться. Хоть что делать. Все равно тебе крышка. Делаем вот так. И потихонечку будем его разбирать. Поехали. Правда, у нас такие разборки сейчас будут. Очень долгие. Ветрокрыл, сам понимаешь, да, наносит урон минимальный. А кривоклыку придется постоянно использовать ослепление.
Так, смотрим. Будет хиляться или что? Нет, решил атаковать. Ну и зря. Давай, ветрокрыл. Замораживай его. Ну, а кривоклык добивает. Прекрасно. Ну что же, наш любимый барабан. Крутим и смотрим. 125 миллионов рыбы, да? Понятно. Окей. Так, ну что, друзья мои, мини-боссики нас поджидают впереди, после которых мы получаем с тобой пак. Да. Одно немножко меня раздражает, что ветрокрыл, ну, очень, ребят, слабо бьет. Сколько волн? 3. Ну, вот и началось. Потихоньку прибавка к волнам. Плюс здесь, не забывай, мини-боссик будет. Так, с кого начать? Вот. С этого громорога начнем. А этим потом уже закончим. Ты же уже сходил, гаденыш, опять ходит. Так, кусаем. Понижаем броню. Да, в этой команде явно нам не хватает дамагеров. Ну что, давай, наверное, вот так вот сделаем. Заодно отхилимся. Кусаем. Давай, ветрокрыл. Удар. Так, понижаем броню. И кусаем. Так, ну что он тут сейчас сделает? Я так и понял, что он будет стакать на себя броню. Щит вот этот. Но для нас это бесполезно. Все. Вторая волна, и тут у нас кто? 2 престиголовых, как я погляжу. И плюс лаврык. Ну, лаврыга мы трогать будем в последнюю очередь. Сейчас займемся именно престиголовыми. Давай сюда бомбанем. Удар хвостом. После этого сделаем с тобой массовый отхил. Думаю, что один из дракончиков, да, погибнет. Так, ну что, теперь беремся за этого. Лаварык, потом мы ходим. Ну, нам что остается? Либо так. Блин, я вообще-то хотел отменить. Опа, ничего себе вжарил. Ну что, лаварык, долго ты тут будешь нам нервы компенсировать, а? Все равно ведь не выиграешь. Да, не выиграет, но нервы помотать любитель. Так, мы хильнемся тут с тобой. Это так, на всякий случай. Угу, кто бы сомневался. Еще укус. Так, и хильнемся. Потому что после этого боя уже нас будет поджидать мини-босс. Или можно сказать, что усиленный дракон. И кто это у нас? 2 лаварыга. Плюс шепот смерти. Ну, с шепотом, естественно, будем разбираться в первую очередь. А уже лаварги потом. Вообще нормуль. Запинали мы его, согласись. Так, ну вот и эти 2 брата-акробата. Поехали потихоньку. Так, они у нас крепкие и мощные, поэтому понижаем броню сразу же им. И начинаем потихоньку деребанить. Хилка, я думаю, нам пока не понадобится. Так, тихо, что ты будешь делать? Ага, удар. Ну что, мы с тобой хиляемся тогда, получается. Хиляемся, укус. Можно было, конечно, их и заморозить. Дождаться заморозку и все сделать хорошо. Но тогда у нас было бы очень мало здоровья. Так, добиваем, да? И продолжаем бомбить. Так, ну этот лаврык что, может щиты на себе только повесить? Ну еще хильнуться, и все, это максимум, что он здесь сможет сделать. Следующий ход для него будет, наверное, смертельным. Нет, он все-таки ставит щиты, понял. Ладно, сейчас мы его пробьем. Все. Ну что, пойдем за наградой. Вначале глянем, что здесь нам выпадет. Понятно, древесина.
Допустим. Так, и забираем с тобой пак. А две энергии всего остается у нас, да? Раз, два. Громобой. Так, ужасное чудовище. Лаварык. Острокрылый змеевик. И беззубик. Даже так. Блин, ребят, давайте, наверное, ветрокрылым мы все-таки поменяем. Потому что я и не замораживаю им, да? И урон не наношу. Костолом, у тебя что там? Давай посмотрим. Удар, усиленный удар. Даже не знаю, стоит ли его брать. Если бы у меня была бы сарделька прокачана, я бы 100% брал бы именно ее к себе в отряд. Если бы она была, например, 14-го, там, 13-го уровня. Ну, давай снарядим Костолома. Риски, друзья мои. Так, а в конце у нас награда 400 бабочек. Неплохой такой, да, взносик. Ну что, кто у нас там? Пока один. Ага, три волны уже все-таки будет, да? Я думал, что, может быть, с мини-боссиком просто сделали три волны, но нет. Видимо, на постоянку. Так. Опачки. Так, усилили себе атаку. Кто там у нас дальше? Лаварык плюс... Ага. Так, ну что, давай. Слушай, ну он хорошо бьет, да? Под усиленной атакой. Очень хорошо. Кстати, мы можем усилить атаку с помощью, да? А с помощью нашего кривоклыка. У него уже есть массовый баф, но именно для красных. Здесь захиляемся. Добьем. Вот он, ребят. Вот этот баф, который усиливает атаку. Ох ты, смотри, что делает. На-ка, получи, парнишка. И добиваем. Дальше, кто у нас там? Лаварык и шепот смерти. Ну, конечно же, шепот смерти идет в первую очередь в топку. Так, сюда. Так, подожди-ка. А, нет, друзья мои, вру. Это идет не на атаку. Это идет на защиту. Вот оно что. Блин. Что-то, по-моему, нас тут и защита, если честно говоря, не особо выручает. Сам видишь. Добьет? Нет, не добил. Тогда прям... Нет, все-таки вот этот костолом как-то не особо хорошо идет нам. Надо другую искать замену. Надо искать другую замену. А кто он злой? Только Барсик. Ну, Барсик, ребята, единственное, что хорошо дамажит, и все. Дайте что-нибудь путевое-то, а, в конце концов. Опять рыба, 25 миллионов. Да. Но зато забираем с тобой руны. Так, ребята, мини-босс. А я забыл поменять колоду. Молодец. Хотя, подожди-ка, все отлично, мы успеваем. Блин, вот сейчас вот буду ломаться и думать, кого же взять. Ладно, берем с тобой хлыстореза брать на боссов. Ладно, берем. 11 уровня. Как бы мне не пожалеть потом об этом. Ой, друзья мои, как бы не пожалеть. Я, конечно, все понимаю, хлыстореза он чемпион. Все дела, но уровень у него 11, ты понимаешь? А их здесь двое. И они 15 уровня. Замечательно. Просто замечательно. Естественно, они будут его атаковать. А, вот как вы решили. Бедного моего кривоклыка забомбить захотели. Так, ну что, давай, наверное, вот так делать. Нам нужно отхиливать пацана. Ох, ёк-макарёк, смотри, что творят. Мне это совсем не нравится. Ой, как мне это не нравится.
Сейчас, наверное, фаербол опять запустит и подожжет кривоклыка. Дело дрянь, друзья мои, дело дрянь. Пипец, поиграли. Вот о чем я и говорил. Вот, 14 уровень был. И где он сейчас? Точнее, 11-й. Все, ребят, сдулся. Ты заколебал меня. Я не знаю, тут же мини-боссик на последней волне. Кто там? Что за мини-боссик? Фиг его знает. Сейчас посмотрим. Громобой. Оу. Так, ну, я не знаю, давай попробуем, может быть, получится у нас зашатать их. Так, громобой сейчас атакует, а этот своей суператакой сейчас будет бомбить. Нет, избежали мы такой участи. Ну что, остается громобоя сейчас нам с тобой как-то либо захомутать его, либо так бомбануть. Сейчас посмотрим. Но груш у нас больше с тобой нет. Придется покупать, если что. Он же сделает 100%, тебе говорю, свою суперскую атаку. И она у него очень сильная, мощная. У-у-у, нет. Не такая уж и мощная. Да, друзья мои, в меньшинстве мы выиграли. И что же нам здесь выпадет? Рыба. 175 миллионов. Друзья мои, это, оказывается, у нас был обычный бой. А нет. Что-то как-то стояло такое впечатление, что я думал, что мы все-таки не с мини-бойсиками дрались. Так, ну здесь мы с тобой забираем и меняем к ядрине фени этого хлыстореза. Только вот на кого? Стальной капкан хорош, но он опять же ватный, друзья. Опять же ватный, его быстро очень будут разбирать. Давай, наверное, все-таки вернем Барсика. Ну, Барсика тоже разбирают. Офигеть, как быстро. Ладно, пускай будет. Ну что? Блин, восстановить, конечно. Надо уж пройти сегодня это событие, да, полностью. Чтобы оно нас уже не отвлекало в дальнейшем. Ох, ёк, макарёк. Хлысторез. Ну, наверное, с него начнем все-таки. С хлыстореза. Да. Возьмем хлыстореза. Тут две волны. Они начинают опять лютовать. Понижаем здесь броню. Так, добить сможешь его, Барсик? Чуть-чуть тебе не хватило. Отлично. Так, добивка. Здесь кусает. Блин, он сейчас будет делать разбег. Да, друзья мои, сейчас побежит, как оголделый. Лишь бы не убил. Он еще и промахнулся, ты прикинь. У, парень. Тебе не повезло, в отличие от нас. Что ты промахнулся. Это редко очень бывает, когда драконы промахиваются своим суперударом. На тебе понижение. И добивание. Так, тихо, добивание, говорю. Так, кто у нас тут? Я вижу шепот смерти, тройной удар. Да, не лучшая, конечно, команда здесь. А стоит ли нам здесь сейчас хиляться? Я думаю, не стоит. Ох ты, начинает как бомбить. Раз, два. Вдвоем они сейчас сходят. Потом ходим мы. Так, Барсик бьет сюда. Добивает. А этот хиляет нашу команду полностью. Ну не полностью, кривоклык у нас еще немножко страдает. Но с пониженной, ребята, атакой. А это, наверное, сейчас зажарит все-таки. Вот они, лютовики, а. Ты посмотри на них. Он же убьет его потом. Он же его порвет.
А мы знаешь, что с тобой сделаем? Смотри. Опа. И все. Смотри, что будет сейчас. Блин, я думал, добьет все-таки. Но не вышло. Понижаем броню. Кусаем. Ну и следующий ход у нас будет с тобой на добивание. Пока, родной. Все, друзья мои. Я обещал, что пройдем сегодня события. И мы его прошли. Крутим колесо. Смотрим, что нам выпадет. Давай вот этот пак. Вот, спасибо. Здесь мы все это дело закрываем и забираем 400 бабочек. Кстати, надо посмотреть, сколько вообще у нас бабочек. Отлично, нам нужно поддерживать запас ресурсов в драконьем крае. Вот это вам. Спасибо. Так, заберем здесь награду с тобой. Опа, еще 30 бабочек. Круто же. Так, что у нас на почте? Блестящий янтарь. Забираем. Дальше. Да, это тот самый набор для новичков. Древоруб, костолом, душитель и все. Ну и прекрасно, да? Так, следующее событие, я, ребят, не знаю, когда оно будет. Скоро, не скоро, ну, будем ждать, будем надеяться, что оно будет какое-то интересное. Так, этих надо, наверное, немножко отправить, пускай тут дальше продолжает собирать. Где лети? Тоже лети. Так, у нас рыбы много, поэтому эти стоят пока. Кстати, рыбы много, мы же можем с тобой что сделать? Ну, покормить и расширить академию, нет. Мы можем с тобой вот так вот сделать. Расчистить, так сказать, территорию. Так, а подожди, что нам нужно? Место 30 из 30, кузня. В плане места, у нас уже с тобой 30, да нет, у нас всего лишь 5. Так что пускай они свистят. А эти елки я убрать не могу? Могу. Только с рыбой проблема. Так, а здесь я забыл. Подожди-ка, подожди-ка. Где у нас, ребята, открывается новая эта территория? Где же у нас открывается новая территория? По-моему, здесь, да? 3500. То есть нам еще нужно 1400. Ну, даже, скажем так, 1300 рун насобирать. Блин, или все-таки вот здесь открыть лучше? Даже и не знаю, где лучше открыть. А это кто у нас там такой новенький, кто-то сидит? Необходимо викингов 2450. Это уже на следующем апгрейде у нас будет. Ну что, дорогие друзья, хотя подожди-ка, мы же хотели с вами, наверное... На ареночке подраться. У нас тут, как говорится, место есть. И никто не будет против, если мы, наверное, забьем, во-первых, паки себе, да? Ну и получим большой опыт. Так, кто тут у нас? Ох, ох, ох. Вся командочка в сборе, так скажем, да? Громорог, ужасное чудовище. Наверное, я все-таки начну вот с этого. С ветрокрыла. Ох, ёк, Макарёк, ты серьезно? Нифига он вжарил, друзья мои. Ну, ему крышка. Ему, скорее всего, крышка. Его сейчас громорог не стал добивать. Интересно. Ну, вот это тогда добьет. Мы в меньшинстве. Зато нету больше ветрокрыла. Что ты там будешь делать? Просто атакуешь. Давай вот так, наверное, снизим броньку. Твою налево, блин, нам надо хиляться. Поехали. А вот и остался громорог. Один. Ну, мы с ним справимся. Давай. В плане укус, я хотел, блин, броню понизить. Ну что он будет делать? Он, скорее всего, поставит опять на себя щиты здесь. Они обычно так делают. Либо щит, либо отхил.
Отхил. Тогда делаем так и добивка. Все, ребят. Победа. Так, кривоклык, шепот смерти, плюс кривет. Плюс кривет. С кого начнем? Наверное, с шепота смерти, как обычно. Хотя кривет тоже меня не очень здесь радует. Ох, ё, меняем, друзья мои. Это бред. Ну так, все. Это полная фиаско. Да, стального капкана разобрали просто моментально. Так дело не пойдет. Так, ну что, мы здесь с тобой, наверное, добьем. Этого я возьму под контроль. Если я успею, конечно, тут. Успеть-то я успею. Пускай будет вот так вот. Но этот-то что будет? Фаерболы свои раскидывать, наверное. Трэш. Смотри, 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 что делает. Опачки. Ну что, один на один мы с ним. Давай посмотрим, кто кого. Да-да-да-да-да, я так и понял. На-ка. Ну. Еще укусик. Ну. Вот это ты зря. Это ты зря, парень, делаешь. Все равно тебе не выкрутиться отсюда. Так, ребята, по-моему, ничья. Он все-таки дотянул. Или как? Да, он дотянул до ничьей. Прикинь. Так, я опять в этой спешке забыл убрать стальной капкан из нашей пачки. Его сейчас быстро разнесут здесь. Сарделька, ну ты-то куда, а? О, как они плотно взялись-то, а? Ты посмотри. А ты, ловарык? Понял. Так, попробуем, наверное, уничтожить кривоклыка в первую очередь. Так, мы можем его добить. Сколько у него энергии требуется для того, чтобы использовать суперудар? Я вот не помню, ребят. Короче, сделаю вот так вот. Ага. Нормуль. Бомбим сюда. Этот, наверное, добьет. Нет, не получилось у него ничего. Здесь понижаем атаку. Укус никчемный. Добили. Ну все. Остается у нас здесь ловарык. Блин, горелый. Ну а тебе. Все. Надо менять стальной капкан. Открываем пак вожде. Смотрим. Древоруб, крылатый ужас, шторморез, водорез, кривоклык. Вау. Тройной удар. Друзья мои, одна карточка на него даже выпала. Так, ну что, у нас еще есть место. Как ты видишь, мне пока выпадают обычные паки. А мы с тобой идем за вторым паком вождя. Схватка, поехали. Ой, тихо. Какая схватка, опять чуть не забыл. Конечно, меняем, ребята. Меняем, наверное, мы. Пускай барсик будет. Хотя барсика тоже, ребята, быстро убивает. Но все-таки не так быстро, как стального капкана. Ну что же, кто у нас тут? Душитель. Плюс ветрокрыл и ловарык собственной персоны. Допустим. На тебе. Сейчас броню кому-то понизит. Так, ребят, я еще не понял. Этот собирается. Ага, не хватает ему, да? Давай сделаем вот так с тобой. Удар.
Еще удар. Хиляемся. И добиваем ветрокрыла. Ну, а лаварык, как мы знаем, сам по себе пустышка. Ничего в нем такого супер-пуперского нету. Так что его можно будет спокойненько здесь разбирать. Практически без вреда для себя. Ну, давай, что-то там кривляется он мне еще. На, добавку тебе. Так, дальше. Добивка? Так, точно. Так, шторморез. Пристиголов. И кривоклык. Давай-ка я вот так вот сделаю. Для начала. Так, ну он не жилец. Они сейчас тут втроем, да, ходят, получается? Да, втроем будут сейчас ходить. Этому не жить. Так, дальше что? Наверное, вот сюда. И плюс отхил. Так, они вдвоем ходят. Потом мой кривоклык. Погнали. Удар. Так, мы добить. В принципе, есть шанс. А этот с полной энергией, что он будет делать сейчас? Фаерболы? Нет, не стал почему-то он делать этого. Но тогда все. Пиши, пропало. Да, быстро тут сыграли мы. Так, друзья мои, здесь у нас Громорог, Шипорез и Хофер. Наверное, будем с Шипореза начинать. Да, скорее всего, так. Потом Хофер, ну а потом уже Громорог. Так, они втроем сейчас будут ходить. Как ты меня бесишь, а? Ну и Громорог тут лезет, естественно. Как же без него-то здесь? Так, ну что, добиваем Шипореза. И начинаем уже брать Хофера. Всем, абсолютно всем понизил атаку, а? Этот Хофер. Буржуй, на тебе тогда защиту пониженную. Отлетел в мирной. Ну что, Громорог, а теперь давай поговорим о твоем поведении. Ты думаешь, такой крутыш? Как только твоих охламончиков поубивали, все, ты сразу сдулся. Ну вот и второй пак вождя. Давай открывать. Ужасное чудовище. Кревет. Шторморез, вострозуб и парящий прихвостень. Опа, опять кривоклык. Окей. То есть, ну неплохо мы, да, повоевали. Нормально. И события прошли, и аренку, как говорится, добили. Так, что у нас тут? Ну, еще и 25 рун в карман положили. Все очень даже хорошо. Ну что, остается только ждать какие-то ближайшие, наверное, события, которые у нас будут. Если что, друзья мои, вы пишите мне в комментариях, потому что вы, как говорится, бдите за этим всем делом. Вы всегда на чеку. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!